еще ворону снять, как она семечки грызет. Видите? Не хочет она тут голуби кушать все подряд. Какие бы зернышки я им не давала, они семечки больше всего любят. Вон она клюет их. Чистит лапкой, держит. Так интересно. Умница ворона. Жарко ей. Идет. На ворона. Рот открыт и жарко. Подаем рядышком. Можно же попить пойти. Сейчас наклюется и пойдет пить. Чистит. Да какая же ты умничка, и лапкой держит. Давай еще семечки, у тебя есть. Прям обожаю за ними наблюдать, за этими воронами, за умницами. Голуби уже накушались, и все равно будут кушать, пока не лопнут. Ворона отгоняет голубей от семечек. Два больших пакета семечек покушали голуби. Все равно кушает. Ей жарко, смотрите, она прям рот открыла. Видите, как дышит тяжело. Сейчас у нас, по-моему, я выходила, было 27, сейчас, наверное, побольше. Обещают сегодня до 31, завтра 34. На Москву пришла тропическая жара. Не тропическая, африканская. Сейчас я вам точно скажу, пока они вот клюют. Клюйте. Клюйте. Вот видите, не подходит, потому что здесь я сижу. Сейчас я вам скажу, сколько градусов. Вот она еще хочет. Угу. Сейчас 29. Да, днем до 31, говорят, может быть и больше. Сейчас у меня есть кусочек хлебушка, может будет ворона, посмотрю. Сейчас достану хлебушек. Неудобно одной рукой. На, ворона, будешь? Будет. Хлебушек, я, правда, крупный кинула. Ой, убежала, унесла, унесла. Все, все, побежала. Убежала. Все, все, убежала. Видите, сидит. Значит, этот хлебушек отдам голубям. Он после семечек не... Не особо хотят хлебушек. Шипси. Избалованные голуби. Я их семечками избаловала. Ворона потеряла. Бестолковая. Под скамейкой хлебушек валяется. Найди. Ну, хлебушек тоже скушали. У воды сижу, знаете, более-менее нормально у воды. Кондиционер еще ни разу не включала, потому что я
очень плохо реагирую. Я ионизатор воздуха включала, и то лицевой нерв застудила. Но сейчас батарейки поменяю, придется включить кондиционер, охладить квартиру, а потом выключу. Потому что уже нагревается квартира. Ну, как бы не могу сказать, что прям совсем плохо. Нет, просто к вечеру надо охлаждать, чтобы ночью спать спокойно. Ну вот, как всегда, я вам птичек показываю. Сегодня день Святого Духа. Я вас с этим праздником поздравляю. Желаю здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. Это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока.